приветствую всех. Меня зовут Русских Максим Владимирович. Я являюсь заместителем директора ООО компании МТД, расположенной в городе Новокузнецк. Сегодня, в марте 2016 года, мы успешно запустили бетонный завод «Лента-36» от Златоустовского завода бетонного оборудования. На сегодняшний день для нас это наиболее выгодное предложение было сделано по заводу, как по цене, так оказалось и по качеству. Завод дополнительно был утеплен для производства бетона в зимнее время года. На сегодняшний день произведена пусконаладка, монтаж. И, как можете наблюдать, происходит непосредственно отпуска бетона уже покупателю. В результате приобретения данного завода производительность бетона на нашем предприятии увеличилась в 3 раза, что предоставляет нам возможность производить не только бетон, но и заниматься производством железобетонных изделий. В процессе монтажа пусконаладки порадовало квалифицированные специалисты, который непосредственно прибыл для монтажа. Порадовали сроки поставки оборудования, порадовало и само оборудование, простота монтажа, его простота, его настройки и довольно-таки приемлемое простое управление данным заводом. Надеюсь, данный завод прослужит нам верой и правдой долгие годы.